Всем привет, друзья! Добро пожаловать в школу практик Moonlight Tribe. Меня зовут Лена Гукина, я преподаватель танцевального направления Tribal Fusion. И это видеоурок для наших прекрасных рук. Мы изучим сегодня Snake Arms и различные волны руками. Вот так они выглядят прекрасно. Это Snake Arms. Волна из одной руки в другую. Волна вместе с движением плечами. Подходит для того, чтобы делать волны руками и круги грудью. И не забудьте размяться, не забудьте размять свои прекрасные ручки. На моем YouTube-канале есть бесплатная разминка для рук. Подписывайтесь, ставьте лайки. Комментируйте, буду очень рада вашей поддержке. Приступим. Наши руки делятся на несколько ключевых точек. Это плечо, локоть, запястье и движение наших пальчиков. Начнем с того, что сделаем небольшое упражнение для ощущения наших частей рук. Соединим ладони, соединим локти плотно, зафиксируем ладони на уровне лица, постарайтесь не менять положение ладоней, изолируйте их и начнем. Поднимаем сначала локти наверх, ладони плотно прижаты, локти опускаем вниз. Вы видите, у меня движение в руках не происходит в ладонях. Итак, локти наверх, локти вниз. Затем локти соединены, пальцы соединены, мы отодвигаем запястье. Запястье соединяем. Затем запястья соединены, локти соединены и кончики пальцев также соединены. Мы отодвигаем наши ладони в начале наших пальчиков, где начинаются фаланги. И соединяем. Получается такая геометричная форма. Пальчики прямые, здесь такой угол получается. И четвертая точка – это кончики пальцев. Запястья соединены, локти соединены, кончики пальцев. И еще раз, сверху вниз теперь. Кончики пальцев, пальцы, запястья, локти. Ладони изолированы. Снизу наверх локти. Запястье, ладонь, пальчики и кончики пальцев. И еще раз кончики пальцев, ладонь, пальцы, запястье, локти. А теперь попробуем ускориться. Локти, запястье, ладонь, пальцы, пальцы, ладонь, запястье, локти. И еще раз. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Попробуем еще раз быстро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Запястья и восемь локти. И еще раз, но медленно. Отодвигаем локти. Запястья. Пальцы прижаты, локти прижаты, запястья. Учимся чувствовать наши запястья. Пальцы, кончики пальцев. Хорошо. Расслабили ручки, потянем немного в одну сторону, в другую. И приступим. Snake Arms. Плечо, локоть, запястье, пальцы. Потренируем наши плечи. Раскрываем руки, выводим их немного вперед, локти уводим назад, руки чуть ниже уровня плеча. Ладонь, пальчики направлены в диагональ, пальцы во внимание, не болтаются. Потренируем наши плечи. Плечики выводим вперед, наверх, назад и вниз. Соединили лопатки. Вот наше базовое положение для рук. Грудная клетка раскрыта. Итак, плечо. Плечо поднимаем наверх, опускаем вниз. Другое плечико наверх, вниз. Заметьте, стараемся изолировать наши ладони, чтобы у нас движение не происходило во всей руке, только плечи.
плечо наверх, вниз, другое наверх, вниз. При этом мы постараемся поднимать плечи за ушами, то есть не вперед выдвигаем их, а позади. Лопатки сведены, ладонь изолирована. Плечико наверх, вниз, наверх, вниз, наверх, вниз, наверх, вниз. При этом, когда мы поднимаем плечо наверх, стараемся шею держать длинной, ровной, макушкой тянемся наверх и близко плечо к шее не подводим, чтобы у нас шея всегда оставалась красивой. Поднимаем за ухом плечико, близко к шее не подводим. Стараемся плечи растягивать в стороны при поднятии. Наверх, вниз, наверх, вниз, правая наверх, вниз, левая наверх, вниз. И попробуем немножко пройтись. Наверх, вниз, наверх, вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ладошка практически остается на месте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Расслабили ручки, немного потянем. Плечо опускаем вниз, захватываем правую руку, приближаем ее близко, натягиваем грудной клетки, поворачиваем голову вправо, дышим в грудную клетку два раза, глубокое дыхание. Вдох, выдох, расслабились. Еще один вдох, выдох. Хорошо, расслабили ручку. Берем левую руку, захватываем правой рукой, приближаем близко к грудной клетке, плечо опускаем пониже, голову поворачиваем влево и также несколько дыханий. Хорошо. Если у вас вдруг сложно дается поднятие плечей, повторите это движение еще раз, перемотайте в начало. Мы потренировали наши плечи. Потренируем их по другой ротации. Теперь мы выводим правое плечико вперед, поднимаем наверх, уводим назад и опускаем вниз. Левое плечо вперед, наверх, назад, вниз. Как это выглядит в профиль? Вперед, наверх, назад, вниз. Заметьте, вся рука неподвижно. Движение происходит только в плечах. Итак, правое, вперед, наверх, назад, вниз, вперед, наверх, назад, вниз, вперед, наверх, назад, вниз, вперед, наверх, назад, вниз. И попробуем теперь плавно это движение сделать. Это называется ролл плечом, круг. Плавненько вперед, плавно наверх, назад и вниз, шею оставляем длинной, красивой, близко к плечике не двигаем к шее. Вперед, наверх, назад, вниз, вперед, наверх, назад, вниз, плавно. Вперед, наверх, назад и вниз. Вперед, наверх, назад и вниз. Хорошо. И теперь попробуем поменять ход движения в другую сторону. Плечико правое уходит назад, наверх, вперед, вниз. И возвращается в нейтральное положение, то есть оно не остается впереди. Нейтральное – это когда у нас грудная клетка раскрыта, лопатки сведены. Левое плечо назад, наверх, вперед и вниз. Левое, правое, правое, назад, наверх, вперед, вниз, назад, наверх, вперед, вниз. И попробуем пройти с этим движением. Это называется наложение, когда мы несколько элементов сразу делаем. Это у нас шаги и движение для плечей. Правое, назад, наверх, вперед, вниз, назад, наверх, вперед, вниз, назад, наверх, вперед, вниз, назад, наверх, вперед и вниз. Еще раз назад, наверх, вперед и вниз, назад, наверх, вперед и вниз. Расслабим ручки, стряхнем напряжение, потянем наши плечи. Еще немножко правую руку заносим за макушку. Берем себя за локоть и аккуратно выводим локоть в сторону, в левую сторону. В профиль посмотрите, как это выглядит. И со спины. Таз слегка подворачиваем. Голову выравниваем макушкой, тянемся наверх.
Два дыхания в грудную клетку. Делаем глубокий вдох в грудную клетку. Выдох, расслабились. Еще один вдох. Выдох. Теперь берем себя за запястье. Выводим немножко поглубже. Будьте деликатны, осторожны. И еще два дыхания. Глубокий вдох в грудную клетку. Выдох. Вдох. Выдох. Потянемся наверх. Аккуратно, медленно опускаем руки вниз. Стряхнем напряжение с правой руки. И теперь левая. Левую руку заносим за макушку. Берем себя за локоть. И выводим аккуратно локоть в правую сторону. Таз слегка подворачиваем. Макушкой тянемся наверх. Делаем глубокий вдох в грудную клетку. Выдох. Расслабились. Еще один глубокий вдох в грудную клетку. Выдох. Хорошо. Берем себя за запястье. Выводим руку немножко поглубже. Макушку вытягиваем наверх. И еще два дыхания. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Потянемся наверх и плавно, медленно опускаем руки вниз. Выдохом. Расслабили ручки, стряхнули напряжение. Хорошо. Очень полезное упражнение для наших плечей. Рекомендую вам практиковать это, чтобы плечевой пояс был подвижный, суставы были подвижны. И вы чувствовали себя здоровыми и прекрасными. Далее локоть. Непростое движение для начинающих, но все же попробуйте это сделать. Изолируем ладонь смотрит вниз, пальчики в профиль, ладонь изолирована, неподвижна, и мы пробуем, поднимаем локоть наверх, образуется вот такой вот уголочек. Пальчики натягиваем наверх и в сторону, локоть поднят наверх. Плечико стараемся вперед слишком сильно не толкать. И опускаем аккуратно локоть вниз. По радиальной линии локоть движется, ладонь неподвижна. Локоть наверх, локоть вниз. То есть мы вот в таком движении не происходит, это неверно. Правильно, когда мы изолировали ладонь, и мы тренируем наш локоть наверх, поднимая его и опускаем его вниз. Еще раз наверх. Попробуйте прочувствовать мышцы, которые сейчас фиксируют это положение руки. Запомнить это ощущение. Пальчики натянуты, смотрят в боковую плоскость, в сторону. Локоть вниз. Приступаем теперь к левой руке. Ладошка также изолирована. Локоть наверх. Фиксируем. Направляем внимание. Изолируем ладонь и опускаем локоть вниз. И еще раз. Локоть наверх. Локоть вниз. Другой локоток наверх, вниз. По очереди. Левый, вниз. Правый, вниз. Левый наверх, вниз. Правый наверх, вниз. Если вам это движение тяжело дается, попробуйте положить ладонь на стол или на стул, чтобы она была во внимании зафиксирована. Или можете упереть в стеночку. И тренируем наши локти. Локоть наверх, локоть вниз. Локоть наверх, локоть вниз. Правый, левый. Как это выглядит движение в профиль? Ладошки у нас немного выведены вперед. Локоть наверх, локоть вниз. Локоть наверх, локоть вниз. Наверх, вниз, наверх. Вниз, наверх. Вниз и два локтя сразу. Оба локтя наверх, оба вниз. Оба наверх, оба вниз. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Помните о том, что если вам что-то сейчас сложно дается, этому необходимо время. Что это значит? Потренируйтесь сегодня, потренируйтесь завтра. Нейронным связям необходимо образоваться. Это новые нейронные связи, мы обычно так локти не поднимаем, не фиксируем ладонь в обычной жизни, поэтому потренируйте.
Но не расстраивайтесь, если вам тяжело дается это движение. Помните, что завтра, послезавтра обязательно все получится. Главная тренировка. Буквально 10-15 минут в день, и ваши волны руками будут прекрасными. И третья точка – это запястье. Мы с вами пробовали уводить запястье в сторону, для того, чтобы почувствовать движение в запястье. Сейчас постараемся это сделать без помощи фиксации рук. Зафиксировали пальчики, изолируем их. Локоть также остается на месте. Ладошка, рука прямая. Мы поднимаем запястье наверх, натягиваем его, и образуется такая форма полукруглая. Мы толкаем пальчики вниз, напрягаем их и расслабляем. Поднимаем запястье наверх, расслабляем. Локоть зафиксирован, кончики пальчиков зафиксированы. Запястье наверх, запястье вниз. Запястье наверх, подняли запястье, напрягли его, напрягли пальчики, запястье вниз. Посмотрите, вот это движение неверное, когда вы опускаете пальцы вниз, всю ладонь. Движение сейчас мы делаем в запястье. Внимание туда. Запястье наверх, запястье вниз. Запястье наверх, запястье вниз. Если вам сложно дается изоляция пальчиков вначале, попробуйте зафиксировать их вот таким образом. Подставьте их в ладонь. Итак, запястье наверх, прогиб кисти. Запястье расслабили, кисть расслабили. Запястье наверх, вниз, наверх, вниз, наверх, расслабили, наверх, расслабили. Локоть неподвижен, движение происходит только в запястье. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Если у вас получается с фиксацией пальчиков, постарайтесь сейчас самостоятельно, без помощи других предметов, зафиксировать, изолировать наши пальчики и потренировать запястье. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот это неверно, вот это верно. Потренируем левую ручку точно так же. Запястье наверх, расслабили. Запястье наверх, расслабили. Запястье подняли наверх, натянули его, пальчики прогнули, расслабили. Запястье наверх, запястье вниз. Запястье наверх, запястье вниз. Запястье наверх, расслабили. Наверх, расслабили. Наверх, расслабили. Теперь без помощи второй руки. Запястье наверх, расслабили. Запястье наверх, расслабили. Запястье наверх, расслабили. Запястье наверх, расслабили. Расслабим наши кисти, чуть-чуть потянем. Отлично. Итак, три точки: плечо, локоть, запястье. И также у нас есть пальчики. Из пальчиков точно так же мы можем выпускать прекрасные волны. Помните, да? Запястье, пальчики, кончики пальцев. Потренируем волну из пальчиков, из кисти. Мы поднимаем запястье наверх, затем опускаем запястье вниз, сгибаем пальцы и вниманием проталкиваем, напрягаем, как бы напрягаем и проталкиваем наши пальчики вниз, прогиб. Выпускаем волну, стараемся выпускать из каждой фаланги волну. Итак, запястье наверх, запястье вниз, согнули нашу кисть пальцев и выпускаем волну, стараемся как будто бы мысленно напрячь, протолкнуть эту волну, чтобы получилась снова такая форма, немного круглообразная такая линия. Итак, запястье наверх, запястье вниз и выпускаем волну, проталкиваем, напрягаем, 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 выталкиваем эту волну из кисти. Здесь сейчас происходит движение. Мы движение волны из нашего тела, из запястья непосредственно. Движение в основном запястье. Запястье наверх, запястье вниз. И движение в кисти уже остаточное. Запястье наверх, прогнули кисть. Запястье вниз. И выпускаем волну из пальчиков. При этом мы кладем нашу кисть
на то же место, на котором она находилась, на одной линии. Запястье наверх, запястье вниз, пальчики. Запястье наверх, запястье вниз. Напрягаем, кладем на место. Раз, два, три, четыре. И левая рука, левая ладонь. Запястье наверх, прогнули кисть. Запястье вниз, согнули пальчики. И выкладываем, укладываем волну на линию. Стараемся выпускать из всей части наших пальчиков, из всех фаланг. Запястье наверх, запястье вниз. Запястье наверх, волна. Запястье наверх, выпустили волну. Раз, два, три, четыре. Расслабим кисти. Возможно, поначалу это движение будет через напряжение, через контроль над мышцами, но со временем вы сможете выпускать эти волны прекрасные уже с легкостью и расслаблением. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Теперь приступим к волне нашими прекрасными руками. Руки вывели немножко вперед, плечи вперед, наверх, назад и вниз. Наше положение рук, локти уведены назад. Если они висят внизу, они уведены назад. Начнем по точкам. Плечо поднимаем за ухом наверх, плечо опускаем вниз. Локоть поднимаем наверх, опускаем вниз, запястье наверх, запястье вниз, волна вышла из ладони. Левая рука, плечо наверх. Плечо вниз, локоть наверх, локоть вниз, запястье наверх. Выпустили волну из пальчиков. И еще раз правая по точкам. Плечо, плечо вниз, локоть, локоть вниз, запястье, запястье вниз, волна вышла из пальчиков. Левая рука. Плечо наверх, плечо вниз, локоть наверх, локоть вниз, запястье наверх, волна вышла из пальчиков. Расслабим ручки, чуть-чуть потянем. И попробуем теперь плавно. Плечо наверх. Мы опускаем плечо вниз и переключаем сразу на локоть. Локоть наверх, локоть вниз, запястье наверх. Запястье вниз, пальчики. По точкам. По точкам, но с переключением. Плечо наверх, плечо вниз, локоть. Локоть вниз, запястье, пальчики. И еще разочек, правая рука, плечо наверх, плечо вниз, локоть наверх сразу же, локоть вниз, запястье наверх, запястье вниз, пальчики. Левая рука, плечо наверх, плечо вниз, локоть наверх, локоть вниз, запястье наверх, запястье выпускает волну. Расслабим ручки, соединим их в замок, поднимаем наверх, вытянемся. Опустим вниз и расслабим. Отлично. Теперь попробуем плавно. Плечо наверх, плечо вниз, локоть наверх, локоть вниз, запястье наверх, запястье вниз, волна вышла из пальцев. Левая рука. Плечо наверх, плечо плавно вниз, локоть наверх, локоть вниз, запястье. Правая. Плечо наверх, плечо вниз, локоть, запястье, пальцы. Плечо, локоть, запястье, пальцы. Плечо, локоть, запястье, пальцы. Плечо, локоть, запястье, пальцы. Хорошо. Расслабим ручки. Делаем вдох. Намасте. Выдох. Это движение Snake Arms. Выпускаем волны из нашего тела, из плечевого пояса. Волна из одной руки, волна из другой руки, волна из одной руки, волна из другой руки. Заметьте, ротация, объем движения нашей кисти не меняется. Мы не болтаем руками во все стороны, стараемся их держать на одном уровне и при этом движение у кисти в небольшом объеме. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть,
7, 8. Хорошо. Расслабим руки. Попробуем поочередно выпускать волны, когда движение в одной руке. Волна выходит, заканчивается это движение, начинается движение в другой. Правая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь объем немножко побольше мы делаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Расслабим ручки. Не забудьте потренировать этот урок завтра, послезавтра, и тогда ваши волны руками будут совершенно прекрасными. Вы хорошо будете чувствовать ваши руки и делать эти движения изящными, медленными и красивыми. Теперь потренируем волну, которая будет входить в нашу руку через плечевой пояс, выходить из другой руки. Импульс мы запускаем через кончики пальцев. Очень важно направление движения кончиков пальцев. Как это выглядит? Мы направляем волну через кончики пальцев. При этом поднимаем пальчики наверх, подныриваем вперед. Подныриваем вперед. Стараемся не нырять вниз, не нырять назад. Направление движения задаем сразу верное. Вниз и наверх. Как будто бы мы ныряем под волну. Представьте эту форму движения. Поднимаем руки. Вот это уровень плеча. Мы опускаем их немножко пониже, на уровне талии, локти. Итак, правая рука. Пальчики опускаем вниз. Подныриваем и прогибаем кисть. Пальчики вниз, подныриваем, прогибаем кисть. Запястье поднимается наверх. Затем запястье опускается вниз, мы поднимаем локоть. Локоть опускаем вниз, поднимаем плечо. Плечо опускаем вниз, поднимаем другое плечо. Опускаем плечо вниз, поднимаем локоть. Локоть вниз, запястье. Запястье вниз, волна выходит из пальчика. Еще разочек по точкам. Как мы запускаем волну? Пальчики опускаем вниз и выныриваем наверх. Форму сохраняем, продавливаем и напрягаем нашу кисть. Раз. Поднялось запястье наверх. Локоть. Локоть вниз. Плечо. Плечо вниз. Локоть. Ой, плечо, простите. Локоть. Плечо вниз. Локоть наверх. Запястье. Запястье вниз. Пальчики. Из левой руки. Пальчики. Поднимаем слегка и подныриваем, подныриваем вперед. Поднырнули, запястье поднялось. Запястье вниз, локоть поднялся. Локоть вниз, плечо. Плечо вниз, другое плечо. Плечо вниз, локоть. Запястье, пальчики. Еще раз по точкам. Пальчики, запястье. Запястье, локоть. Локоть, плечо. Плечо, плечо. Плечо, локоть, локоть, запястье, пальчики. Слева направо. Пальчики, запястье, запястье, локоть. Локоть, плечо, 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 локоть, локоть, запястье, запястье, пальчики. И теперь попробуем сделать это движение плавно. Запускаем импульс из кончиков пальцев. Пальчики, запястье, локоть, плечо. Плечо, плечо, локоть, запястье, пальцы. Мы стараемся переключать, плавно переключать все эти точки одна за одной. С небольшой задержкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Попробуйте сейчас плавно пропустить этот импульс из одной руки в другую через плечевой пояс. Пальчики кладем на пространство. Ровная горизонтальная линия. Раз и два, три и четыре, пять и шесть,
7 и 8. Если вам это легко дается, попробуем сделать наложение, походить вместе с этим движением. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Замечательно. Расслабимся, делаем вдох. Выдох. Плавно опускаем руки с выдохом. Отлично. Потянем шею чуть-чуть. К одному плечу, к другому. Замечательно. И попробуем теперь движение для плечей. Еще одна будет волна, но мы будем по-другому немножко двигать нашими плечами. Правое плечико выходит вперед, наверх, назад, вниз. Левое плечо назад, наверх, вперед, вниз. Правое плечо вперед, наверх, назад, вниз. Левое плечо назад, наверх, вперед, вниз. И нейтраль. В нейтральном положении плечики у нас позади слегка находятся. Теперь с левого плеча. Левое плечо вперед, наверх, назад, вниз. Правое плечо назад, наверх, вперед и вниз. Левое плечо вперед, наверх, назад, вниз. Правое плечо назад, наверх, вперед и вниз. Нейтраль. Замечательно. И попробуем пропустить одну волну. Из правой руки плечико правое будет выходить вперед, наверх, назад и вниз. Волна переходит в левое плечо назад, наверх, вперед и вниз. И мы выпускаем волну. Правая рука. Запускаем волну, плечо вперед, наверх, назад и вниз. Левое плечо назад, наверх, вперед и вниз. Выпустили волну. Из левой руки. В левую руку впускаем волну. Когда доходит до плеча, плечо уводим вперед, наверх, назад и вниз. Открываем движение. Правая рука назад, наверх, вперед, вниз. И затем мы выпускаем волну. Еще раз, правая рука, запустили волну, плечо вперед, наверх, назад, вниз. Левое плечо назад, наверх, вперед и вниз. Выпустили волну, плечико встало на место. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Всем желаю классного дня. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, следите за уроками, смотрите прекрасные видео, вдохновляйтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями, комментируйте, помогайте активности моего канала. Рада поделиться с вами знаниями, надеюсь, они были для вас полезными. Практикуйте, тренируйте свои прекрасные руки, делайте это с легкостью и красотой, и удовольствием. С вами была Лена Гукина, Moonlight Tribe School в Гималаях. Всех обнимаю.